Здравствуйте. Вашему вниманию программа «Ресурсы». Сегодня мы посвящаем наш выпуск развитию человеческого капитала. Научно доказано, что чем выше этот показатель, тем лучше экономическое развитие страны. Давайте разберемся, как обстоят дела в нашей стране с уровнем развития человеческого капитала. Наращивание человеческого капитала – основа социальной модели развития страны. Она началась закладываться еще на заре независимости Казахстана. Необходимо было найти нестандартное решение, потому уже на первых этапах развития казахстанского государства его глава Нурсултан Назарбаев сделал стратегическую ставку не на экспорт природных ресурсов и экстенсивную экономику, а на развитие человеческого потенциала и создание условий для развития личности. И вот уже сегодня мы получаем то, что тогда заложили в основу. В 2013 году был опубликован индекс развития человеческого капитала аналитической группы Всемирного экономического форума в сотрудничестве с Гарвардским университетом и международной консалтинговой компанией Mercer Human Research Consulting. Расчет индекса включает оценку таких параметров, как образование, уровень здравоохранения, занятость и условия для развития человеческого капитала. Индекс Всемирного экономического форума охватывает 122 страны мира. В первую десятку рейтинга вошли такие страны, как Швейцария, Финляндия, Сингапур, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Соединенное Королевство, Дания и Канада. Среди стран СНГ наилучший результат по индексу развития человеческого капитала показал Казахстан. 45-я позиция в мировом рейтинге. Наша республика опережает своих коллег по содружеству, по показателю занятости, 40-я позиция в рейтинге, и по уровню условий для развития потенциала человеческого капитала, 51-я позиция в рейтинге. На 6 позиций в индексе развития человеческого капитала отстает от Казахстана Россия, 51-й результат в общемировом рейтинге. При этом по уровню образования Россия опережает нашу страну на 2 позиции, по степени охраны здоровья на 8 позиций. Однако по показателю занятости населения Российская Федерация значительно уступает Казахстану на 26 позиций. Следует отметить, что Россия квалифицируется как страна с населением с высоким уровнем доходов от 12,6 тысяч долларов и выше, тогда как Казахстан входит в группу стран с населением со средневысоким уровнем доходов от 4,1 тысяч долларов до 12,6 тысяч долларов. На этой неделе в неформальной обстановке в одном из торговых домов Астаны состоялась конференция «Критическое мышление в образовании Казахстана». Казалось бы, несовместимы такая серьезная тема и неформальная обстановка в торговом доме. Но, как оказалось, на практике такой метод оказался весьма действенным. В обсуждении проблемы формирования у подрастающего поколения критического мышления, которую не раз поднимал президент Нурсултан Назарбаев, принимали участие известные политики, общественные деятели, представители творческой интеллигенции, а также откликнувшиеся на приглашение в социальных сетях молодые люди. Мыслить критически – это значит постоянно обогащать свои знания, уметь анализировать их, применять в жизни для того, чтобы расти самому и помогать росту своей страны. Умеют ли это делать сегодняшние школьники? В ответ на этот вопрос министр образования и науки Аслан Сарижипов привел результаты международного исследования. Так вот, казахстанские ребята, в исследовании принимали участие их сверстники из 65 стран, заняли 49-е место по математике, 52-е место по естествознанию и 60-е по чтению. Ученые проанализировали результаты исследований очень сильно коррелируют с экономическим развитием. То есть чем выше показатели в ПИЗа, тем лучше развивается страна. Министр образования отметил, что наши дети, увы, стали меньше читать. Не всем доступен интернет, наблюдается региональный дисбаланс. В качестве знаний над этими проблемами нужно много работать. Но самое главное, в системе образования в настоящее время стараются поменять знаниевый подход в подготовке школьников на компетентностный. Процесс этот нелегкий, как отметил министр, но нам просто необходимо идти от человека знающего к человеку подготовленному к жизнедеятельности, способному активно и творчески мыслить. Действовать, саморазвиваться интеллектуально и нравственно. И главным девизом должен стать именно принцип образования в течение жизни. Таков экономический выпуск сегодняшнего дня. Ну а я с вами прощаюсь и всего доброго.